Громкий коррупционный скандал, который в декабре прошлого года закончился судом, похоже, сегодня получил продолжение. Апелляционный суд оставил приговор в отношении экс-директора Алматы метро Курулы Смурата Укшибаева без изменений. Вердикт – 9 лет лишения свободы. Адвокаты намерены обжаловать в Верховном суде. Напомним, экс-депутат Маслихата обвиняется в хищениях в особо крупном размере. Ходатайство и доводы участников процесса выслушал в суде Оскар Миндыбаев. Громкий коррупционный скандал длиной в 7 лет, похоже, не закончился. В 2009 году экс-директора Алматы метро Курлы Смурата Укшибаева уже задерживали за нецелевое использование государственных средств, выделенных на строительство метро. Однако спустя время его отпустили. Тогда речь шла о 120 миллионах тенге. Летом прошлого года на бывшего депутата Маслихата вновь завели уголовное дело. Следствие по делу Укшибаева закончилось осенью. Согласно решению суда, который состоялся в декабре, бывший директор метростроя лишился свободы на 9 лет. Адвокаты подали апелляцию. Назначенное наказание может явиться для него пожизненным сроком. Он этот срок в местах лишения свободы не вынесет. Прошу об этом задуматься. Завтра, не дай бог, что-то случится. Вот я не знаю, как будет то после этого со своей совестью бороться. За это время дело обросло интересными фактами. Бывшего главу алматинского метрополитена лишили государственной награды ордена Курмет и право занимать государственные должности в течение 5 лет. У него конфисковали несколько автомобилей, 4 квартиры, 2 частных дома, земельные участки и денежные средства. Считаю, что действия каждого осужденного были тщательно исследованы, им дана правильная юридическая оценка. Вина их совершения данных преступлений полностью доказана. Согласно материалам дела, Укшибаева обвиняют в хищениях в особо крупном размере. Некоторые доводы участников процесса в апелляционной инстанции суд учел. В том числе было приобщено и состояние здоровья Укшибаева. Стоит отметить, что к 8 годам лишения приговорены и другие обвиняемые. Константин Антипов, директор «Средас Энергосервис», и помощник Укшибаева Ербол Кадырбаев. Адвокат Мурата Укшибаева не раз на суде акцентировал о плохом состоянии здоровья своего подзащитного. Мол, якобы тот нуждается в серьезном медицинском уходе. Однако, несмотря на это, городской суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменений. Оскар Миндыбаев, Думан Сулейменов, Информбюро, 31 канал.